Другая Россия призвала министра внутренних дел ответить за Манежку. Сегодня Рашид Нургалиев посетил выставку «Интерполитех», посвященную средствам безопасности. На пресс-конференции к микрофону подошли сторонники Эдуарда Лимонова и Другой России. Именно ее представители сейчас судят за беспорядки 11 декабря прошлого года. Сразу после тех событий Нургалиев заявил, что в бунте фанатов виноваты представители леворадикальной молодежи. В этом высказывании многие тогда увидели политическую подоплеку. Активисты призвали министра ответить за свои слова и прийти в суд в качестве свидетеля. Нургалиев отказался. Вы заявили после событий 11 декабря, что беспорядок на Манежной площади был леворадикалом. И спустя месяц с легкой руки нашей всем известной правоохранительной системы и такой же судебной власти на столе подсудимых обвиняемых в так называемых беспорядках оказались представителями зарегистрированной партии «Другая Россия». И после этого просто хочется сказать, вы мужчина и офицер, если вы заявляли об этом, будьте любезны, пожалуйста, ответьте на свои слова, придите на суд по Манежному делу. Вы знаете,